Сколько бы блюд вы не знали с курицей, все равно найдется рецепт, о котором вы не слышали. Это и понятно, ведь птица водится почти в каждом уголке мира. Этот вариант, например, пришел к нам из США. Просьба тем, кто не любит долго готовить. Рецепт не читать, поскольку тут много действий. Придется кое-что жарить, запекать в духовке и тушить. Но результат будет очень вкусный. Смотрите, как приготовить тушеную курицу с овощами и шампиньонами. Полноценное горячее блюдо на большую семью для ужина. 1. Нашинкуйте крупными кусочками морковь, лук и сельдерей. 1. Нашинкуйте крупными кусочками морковь, лук и сельдерей. 3. А курицу натрите приправой и перцем. 4. Потом в глубокой кастрюле обжарьте бекон до хруста. 5. Далее в получившемся жире обжарьте курицу со всех сторон до золотистой корочки, убрав бекон. 6. Затем уберите курицу, а вместо нее добавьте морковь, лук и сельдерей. Можете влить немного масла. 7. Через 5 минут обжарки всыпьте муку, помешивая. Готовьте еще 2 минуты. 8. Потом добавьте помидоры и тимьян. 9. Далее грибы и картофель. Все перемешайте. 9. Далее грибы и картофель. Все перемешайте. 10. Теперь влейте бульон. Добавьте лавровый лист. Выложите курицу. 12. Затем куриные ножки вытащите, а основную смесь тушите еще 15 минут. 13. После этого удалите из блюда лавровый лист и тимьян. Добавьте соль и перец. 13. После этого удалите из блюда лавровый лист и тимьян. Добавьте соль и перец. 15. Подавайте блюдо с петрушкой. Приятного аппетита!